участников у нас прошло 7 конкурсантов. Сегодня у нас 14 конкурсантов. И их судьбу решать не вам, хотя и вам тоже будет предоставлено слово. А сейчас я хочу познакомить вас с теми, кому все-таки предстоит сегодня сложная работа. Это наши уважаемые члены жюри. Уважаемая, всеми любимая, ко всем участникам подходит очень тонко. И прежде чем высказать свое «да» или «нет», она обязательно должна где-то похвалить, а где-то бывает и строгая критика. Итак, ваши аплодисменты. Акашева Марина Валерьевна! Говорят, ну очень строгий член жюри, но я хочу сказать, строгий, но компетентный. Юморист, очень веселый человек, но к творчеству всегда подходит серьезно. Итак, ваши аплодисменты. Батыралиев Вадим Шухратович! В меру серьезный, в меру веселый, но его любят все поклонники. А вот участники совсем новые. Они очень переживают сейчас за кулисами. И первая поддержка ваша – это ваши бурные аплодисменты всем сегодняшним участникам. Ну а я начинаю. Итак, перед вами первая участница. Я учусь в 6 классе, в первой школе. Мой любимый предмет – математика, русский и литература. В свободное время я люблю рисовать, слушать музыку, иногда помогать маме на кухне. Но больше всего я люблю читать книжки и ходить в библиотеку. На минуту славы я пришла, потому что я люблю петь песни. Хочу занять достойное место и желаю всем своим новым друзьям удачи. Очень хорошая девочка. Она очень талантливая. У нее очень хорошо получается петь, но если она долго не поет, то ей нужно набирать, как бы распеваться. Я думаю, она пройдет первый тур и желаю ей счастья. Итак, на сцене юная
здесь всегда сложно. И поэтому еще раз бурные аплодисменты первой участнице. Гульноза, страшно начинать первой? Да. Ты волновалась? А красная шапочка ничего не боится. Ну что ж, давай спросим мнение нашего жюри. Получилось ли сегодня у тебя спеть? Кто будет первым у нас говорить? Хаким Шахратович, пожалуйста, вам слово. Ну, во-первых, добрый всем вечер. Видимо, раз у нас денёк сегодня красная шапочка, моя роль все-таки, наверное, серый волк. Поэтому не будем откладывать надолго, я говорю нет. Потому что, наверное, все-таки уровень Дильнозы пока не позволяет пройти дальше. На отборочном, да, она спела хорошо, но я думаю, ей чего-то не хватает для того, чтобы пройти дальше. Я говорю нет. Спасибо. Ну что ж, Дильноза, не расстраивайся, у нас еще есть два члена жюри. Так, сейчас следующий у нас будет говорить Шавкат Шухратович. Ну, а я не согласен с Хакимом Шухратовичем, мне очень понравилась песня. Понравилось тем, что, мне кажется, мало кто решится спеть песню «Красной шапочки», еще со всеми здороваться, с реками, с горами, с первыми рядами. Но мне кажется, что песня, конечно, слабовата, я имею в виду, в исполнении, но я все-таки дам шанс Дильнозе и скажу «да». Спасибо. Вы выступили в роли дровосека, да? Марина Валерьевна, пожалуйста. Ну, а мне, наверное, да, достанется роль бабушки. Злющей бабушки. Мне тоже очень понравилась песенка, я обожаю эту песенку, люблю ее, просто любовалась такой Диночка на сцене. Умничка. И сейчас, вот то, что я скажу тебе сейчас нет, я прям говорю тебе так вот. Не потому, что мне не понравилось, а потому, что впереди еще 13 участников, и мне хочется посмотреть их всех дальше, понимаешь? Тебе досталась очень трудная роль быть первой на сцене, ты умничка, ты с ней так справилась, и твоя минутка славы будет, она здесь сейчас сияет. Вот эти аплодисменты, подтверждение тому, правда или нет? Спасибо. Ты умничка, ты молодец, стремись, у тебя впереди так много интересного и счастливого. Сейчас я тебе сказала нет, но это ничего не значит для твоего таланта, развивай его. Дальше тебе просто нужно было взять с собой пирожки. Вот и раздавила, видимо, бабушку. Аплодисменты, это была минута славы Дильнозы Исламовой! Спасибо, Дильнозочка, не расстраивайся. Ну, а мы продолжаем. Глядя на эту женщину, понимаешь, что любовь к сцене и творчеству навсегда, невзирая на годы. Ей 74 года, но она продолжает дарить людям радость своим талантам. Камапа, наш активная участница ансамбля «Савдоба». Мы от имени нашего коллектива желаем удачи, успехов. Она очень активная певица, танцор, диско, композитор. Желаем удачи. Пусть победит Камапа. Her yurtta meşhur kişiler bilgenidik. Navoiy viloyatini ham birinchi raqqosasi, birinchi ustoz raqqosasi bu Kamola Bakiyeva bo'ladi. Kamola Bakiyeva 74 года. Thank you.
спросить о вас, Славок, 74 года. Камалапа, подойдите к нам поближе. Давайте пообщаемся с жюри. Ну что ж, уважаемые члены жюри, кто будет говорить первым? Марина Валерьевна, пожалуйста. Давайте теперь скажу я, начну. Просто вот мы сейчас сидели, мне кажется, два моих соседа, члены жюри, наверное, со мной согласятся. Я предвосхищаю события, но не отрывая глаз, смотрела то, что происходит на сцене. Мне действительно просто захватывает дух. 74 года человек такое вытворяет. Поэтому Камалапа, я говорю, да, коротко и ясно. Спасибо большое, Марина Валерьевна. Шавкат Шавкатович, что вы скажете? Айли Хакимович, ну, Шавкат Шавкатович. Ну, я тоже соглашусь и попрошу еще раз зал поаплодировать этой замечательной женщине. А дай Бог каждому из нас в свои 74 года выйти на сцену и получить, подарить всем такую вот минуту славы. Я даже небольшое стихотворение придумал вот буквально за этот номер. Камалапа, спасибо вам за то, что в свои 74 вы нам такую минуту славы подарили. Спасибо большое, Жавкат Шавкатович. Это потрясающе. То, что сейчас увидел, это действительно потрясающе. И я думаю, что Камалапа сильно заслужила три раза услышать слово «да». Спасибо вам. Спасибо большое. Это была минута славы Камалы Бакиевой. И Камала Бакиева проходит в полуфинал. Ваши аплодисменты. Спасибо, дорогие жюри. Спасибо, дорогие зрители. Я рада тем, что я участвую в этом шоу. Я рада тем, что я живу. Я рада тем, что я танцую для вас. Большое спасибо. И желаю я всем нашим участникам только успехов и зеленый светофор. А следующий участник пришел к нам еще весной прошлого года, чтобы записаться в шоу-программу «Минута славы». Сначала думал собрать группу, читать рэп, затем решил выступить один. И сегодня он дарит песню собственного сочинения. Итак, на сцене автор-исполнитель Алексей Хаматханов. 21 год. Всем добрый вечер. Сейчас я вспомню песню, которую сам сочинил. Слава Богу. Наступает ночь, пора забиться во сне, но не могу это сделать, лечу на крыльях я тебе. Встречи под луной мне уже не до грез. Как странно думать о любви, все между нами не всерьез. Я не посидели, что-то прямо в груди просится наружу, что же ждет впереди. Может быть, любовь, а может быть, очарование. Тишина сковала наше все мироздание. Может, это любовь, а может, просто увлечение. Не могу я унять неземное притяжение, но сказать три слова это не допустим. Остается только думать и смотреть на звезды. Я не смотрю и просто таю, что дальше делать я не знаю. Ведь я хочу тебя любить, я не могу тебя забыть. Может, это любовь, а может, просто увлечение. Не могу я
Остается только думать и смотреть на звезды. Смотреть на звезды. Поближе и послушаем мнение жюри. Что скажет так, Шавкан Шухратович? Ну, мне, честно скажу, очень понравилось. Просто безумно понравилось. Почему? Потому что я даже ощутил себя на время где-то сидящим на скамейке во дворе, как в старые добрые времена, под гитару. Очень хороший текст, хороший голос. Просто я бы хотел спросить, Леха, что ты будешь дальше делать? Вот если ты пройдешь. Петь и сочинять так же. Дальше, так же удивлять песней на гитаре. Да. Просто понимаешь, Леша, здесь речь идет о том, что с каждым разом нужно повышать свой уровень. Надо будет удивлять, и поэтому я желаю тебе удачи. Я думаю, зал поддержит меня аплодисментами. Я говорю да. Спасибо. Спасибо, Шавкан Шухратович. Марина Валерьевна передает. Так, Марина Валерьевна, пожалуйста. Не передам, оставлю, просто потому что действительно как-то вот рвутся из души слова. Алексей, твою неординарную игру в клубе знатоков я уже имела удовольствие наблюдать, это действительно интересно, рекомендую многим. А вот сейчас твое творчество увидела, можно сказать, впервые. Действительно, я согласна, что там как будто на скамейке под звездами. Спасибо за эту романтику, ее в нашей жизни так мало. Дари ее всем и вся, удивляй дальше. И вы говорите? Да. Да, спасибо большое, Хаким Шухратович. А я рад, что Алексей не стал петь рэп, как обещал вначале. Я думаю, что под гитару гораздо лучше это все слушается и воспринимается. Мне очень понравилось, я говорю да, и надеюсь, что я услышу еще как минимум 3 хорошие песни. Так я желаю тебе, Алексей, попадания в финал. Спасибо. Хаким Шухратович, между прочим, в этой песне еще должен был прозвучать рэп. Вы считаете, что он прав, что убрал его? А это уже на его усмотрение. Не, а вообще, если честно, могу сказать, что, знаете, эту песню бы даже рэп не испортил. Да? Да. Спасибо большое. Итак, с тремя «да» Алексей Коматканов проходит полуфинал. Это была его минута славы и аплодисменты. Спасибо большое. Первый день отборочного тура выступала маленькая гимнастка, если помните, Маляка, которую привела к нам ее двоюродная сестра Рушана. И сегодня Рушана получает свою минуту славы. Надеюсь, у нее все получится. Здравствуйте. Мою дочку зовут Бекмурадова Рушана, 1997 года рождения. Она у меня занимается с 4 лет художественной гимнастикой. Oh, yeah. Занимала первые, вторые, третьи места. Ездила в Бухару, Ташкент, Самарканд. Очень любит спорт. Отзывчивая, умная девочка, общительная. Она еще у меня любит самостоятельные работы. Сама пошла, записалась на «Минуты славы». Я надеюсь, что она выиграет этот конкурс. И всем, которые там участвуют, желаю успехов. Всего самого хорошего. Чтобы мне очень понравилось, что вы нашли, что вы сделали этот минуту славы. Все. Всем успехов. Привет всем, меня зовут Рушана. В свободное время я увлекаюсь французским, английским языком. Люблю ходить в библиотеку ДК «Фархад», брать художественную литературу. Минута славы пришла, чтобы показать свои силы и на то, что я способна. Желаю всем удачи и выступить отлично. На сцене Рушана Бекмурадова, 12 лет.
Пожалуйста, кто у нас будет первым говорить? Рушана, слышно было? Ну как ты думаешь, ты справилась со своей задачей? Все выполнила правильно? Да. Ну что ж, давай послушаем мнение нашей жюри. Каким справедливым? Ну я рад, что у нас Святослава превращается в такой неофициальный чемпионат города на выборе гимнастики. Где бы я еще мог посмотреть на гимнастику, кроме как здесь? Я считаю, что Рушана выступила, знаете, ничем не лучше и ничем не хуже, чем выступали на нее две гимнастки. И ее соперницы, можно сказать, так, хоть там и родственницы, прошли у нас дальше. Я думаю, что и Рушана вполне имеет возможность пройти и в следующий полуфинал. Да, у нас следующий круг, поэтому я говорю да. Спасибо большое. Марина Валерьевна. Рушаночка, не буду долго говорить, я говорила уже раньше, что мне такие вещи очень нравятся. Я тоже говорю «да». Успехов. Спасибо большое. Шамгар Шахрадович. Может быть, потому что я сам не гимнаст и не имею такого телосложения, я просто скажу, что мне просто понравилось. Я говорю «да». Спасибо большое, Шамгар Шахрадович. Но я помню еще о мостике. Я это помню. Но шоу программа у нас еще продолжается, наши репетиции тоже. Думаю, что скоро вы это нам покажете. А пока это была минута славы Рушаны Бикмуратовой, и она проходит полуфинал. Спасибо, Рушаночка. Ну а мы приглашаем следующего участника. Станциями я занимаюсь уже 3 года. Помимо того, я с детства люблю петь, и свое творчество я решила проявить на шоу «Минута славы». И надеюсь, что вы оцените мое творчество. Желаю удачи, желаю у всех все получится. Ну а тебе хотелось бы еще добавить, что Шалула любит эстрадную исполнительницу Райхон, и поэтому песни, она тоже любит петь именно этой певицы. Итак, на сцене Шалула Саидова, 16 лет. Все на банке, ёте, поля.
Перед Богом, перед Матвеем, ординатом, вот сердце слеп хайота, ой, сам перед тепойлетом, а спасительным бунгет бондом, а вам бунгет орзу эли. Я бы Шалоле хотел бы тоже задать вопрос, а что вы будете делать дальше? Тоже петь? Да. Если пройдете, то тоже петь, да? А вот сейчас акапельно вам не слабо спеть что-нибудь, Шалоле? Просто без музыки. Зрители могут поддержать вас аплодисментами. Песня там песня. Ну да. Куплет или припев любой песни, которую, вот, например, готовили бы в следующий раз. Я убедился в том, что, Шалол, вам лучше продолжить танцевать и подучиться петь. Поэтому я скажу нет. Спасибо, Шавкат Шухратович. Шалол, пока не расстраивайся, есть еще у нас Хаким Шухратович. Галина Валерьевна, я сейчас буду говорить Хаким Шухратович. Хаким Шухратович. Я, знаете, я все еще рад. Я все равно рад тому, что... У нас, в отличие от Первого канала, нет кнопок, которые нажимаются и противным звуком прекращается выступление. Я рад, потому что Шалола сегодня получила возможность спеть свою песню до конца, даже две песни. До конца она получила удовольствие, она давала удовольствие нам, поэтому я все равно скажу нет, но я, по крайней мере, рад за Шалолу. Спасибо. То есть, как я же рад, если бы эти кнопки были, вы бы остановили ее пение? Абсолютно нет. Спасибо большое, аплодисменты Хакима Шухратовича. И Марина Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Я должна сказать, что я такой кнопкой, даже если бы она была, тоже не посмела бы воспользоваться, потому что человеку всегда нужно дать шансы, возможности и так далее. Но я так же, как и вот мой сосед слева, согласна, что нужно продолжать хореографию, заняться очень серьезным этим делом. А над вокалом немножко просто нужно еще поработать. То, что мы сейчас сказали нет, это вовсе не значит, что нужно остановиться на этом. Нужно просто совершенствовать себя. Вот и все. Поэтому без обид, Шалолочка, нет, но дерзайте. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, Шалолочка, к сожалению, все трое сказали нет, но это не значит, что нужно унывать. У тебя есть еще совещание. На это эмоции, на крик души. Ваши аплодисменты Шалоле Саидовой. Это, видимо, был сигнал, как новый РТ, когда нажимаешь кнопку. В наш адрес причем. Может быть, Шавкат Шухратович. Ну что ж, ну а мы продолжаем. Она хорошо играет на фортепиано, подбирает сама музыку, прекрасно поет. А он просто парень, влюбленный в нее, готовый поддержать ее во всем. И они сегодня представляют прекрасный дуэт «Романтика». Привет всем, это мы, дуэт «Романтика». А это? Миша и Катя. Немного о нас. Меня зовут Катя. Я работаю музыкальным руководителем детской школы.
детском саду номер 14. Мои увлечения – чтение книг, общение с друзьями и, конечно, студент 3-го курса Новоистского горного техникума. Любит спорт, изучает немецкий язык, читает книги. Его увлечения – танцы, кулинария. Сегодня мы хотим представить вам свой номер. Он посвящается всем влюбленным парам. Мне снова захотелось его посмотреть. Это самое любимое место в этом мюзикле.
Поэтому спасибо вам за то, что вы так смогли. Это очень трудно, трогательно, красиво. Я говорю, да, спасибо. Спасибо большое. Шавкат Шукранович, вам слово. Я поначалу испугался, когда Миша зашел за пианино, я подумал, не разденется ли он там, просто не видно из-за крышки. Вы расстроились? Нет, на самом деле не расстроился. А, мне понравилось безумно, просто у меня нет слов, на самом деле, потрясающе. И я буду с нетерпением ждать следующего номера от этой великолепной пары. Спасибо, я говорю, да. Спасибо большое. Каким же играть дальше? Я все равно найду к чему придраться, дорогие мои. Видимо, поэтому вы и решили последним говорить. Поэтому, да. Вообще, я хочу сказать, что, естественно, дуэт вытащила Катя. Она практически вытащила вас, ну, если не в финал, то в полуфинал, как минимум. Миша сначала у нас изображал статую с цветком в уголочке, потом совершенно неосмотрительно спрятался за пианино. Я надеюсь, что к следующему... конкурсу, следующему дню, вы отработаете все ваши ошибки. Пение, конечно, изумительное. Пение и твое, Катя, и твое, Миша, вы пели отлично. Но если, Миша, ты занимаешься танцами, тебе нужно придумать, чем себя занять, когда ты не поешь. Нужно немножко добавить... Да, хотя бы стоять красиво. Вот что тебе нужно было сегодня. Но сегодня у вас как минимум три «да». Да, я думаю, больше. В зале тоже кричали, да? Еще тот народ, как вы вышли на сцену. Спасибо. Удачи. Спасибо, как вы сыграете, значит, вы говорите. Да, и так, с тремя, да? Дуэт «Романтика» проходит в полуфинал. Ваши аплодисменты! В прошлом году, Хаким Шукранович, в прошлом дне, в прошлом туре, Хаким Шукранович сомневался, что есть еще гимнастки. Одну сегодня вы уже увидели. И сейчас на сцену выйдет еще одна гимнастка. Привет всем. Меня зовут Мария. Я учусь в первой школе в 5-м классе. Маша очень умная, хорошая девочка. Да, гимнастка вообще, как девочка, очень красивая. Лучшая подруга, красивая, модная. Красивая, талантливая, то есть классная. Я занимаюсь художественной гимнастикой. На Минзаславу я пошла так, как меня позвала подружка, и я хотела показать всем свои способности. Старательная девочка. Я желаю ей успеха на конкурсе «Славы».
Валентин. Хотел Сухарич, пожалуйста, вам слово. Так, чемпионат города Новой по гимнастике продолжается. Так что я могу сказать, мы уже посмотрели с вами три выступления гимнасток. Сегодня вот уже четвертое. Я могу сказать, что вот я в гимнастике разбираюсь не очень хорошо. Но и мне было заметно, что вот в отличие от предыдущих выступлений, Маша старалась, но вот местами были шаховатости, были моменты, когда обруч не слушался. Либо, Маш, я прав или я не прав? Было, да? Были неточности в момент перелета или когда обруч перекатывался за шею. Маша очень, наверное, желание победить. Маша немножко поторопилась в каких-то моментах. Я говорю, нет. Но это не потому, что ты выступила плохо, просто, может быть, нужно было... Немножко перегорело, что ли, ты, может, слишком долго ждала. Последнее выступать тоже очень тяжело. Но это не мешает тебе продолжать заниматься и побеждать. Удачи! Спасибо большое. Марина Валерьевна. А я скажу, что я за жесткую конкуренцию. Пусть будет больше гимнасток, как сказала, таких же красивых и разных. Например, мне кажется, что с хулахопом у нас еще не было гимнастки. Были с ленточками, с веревочками. А вот обруч пока еще никто не дрессировал. Поэтому, Машенька, я говорю, да, но хочу увидеть еще что-то более интересное. Спасибо. На самом деле, с хулахопом выступать очень сложно. Спасибо, Марина Валерьевна. Шапкан Сухарович. А я вот тоже, Маша, хочу спросить. Маш, что ты умеешь делать, кроме гимнастики? Хорошо делать, я имею в виду. Танцевать. Танцевать, да, петь. Вот я думаю, что тебе в следующий раз нужно подготовить что-то другое, потому что после трех гимнасток, которые выступили, если ты будешь четвертая, а ты ей будешь, потому что я говорю да, потому что у тебя ровно столько шансов, сколько и у остальных, то желательно тебе сделать что-то другое, чтобы. Потому что ужасная будет конкуренция, я так думаю, из четырех представители гимнастики, поэтому придумай себе что-то другое в следующем туре. Поэтому я говорю да, удачи тебе. Я постараюсь сделать все, чтобы вас удивить. Маша постарается сделать все, чтобы вас удивить. А пока два так, но нет, и у нее еще есть шанс. Это была минута славы Марии Штиновой. Ваши аплодисменты. Ну а сейчас на сцену выйдет прекрасный дуэт. О себе они расскажут сами. Прекрасный дуэт с не менее прекрасным, нежным номером. Напишу.
Пожалуйста, вам слово. Женечка, я любовалась твоим голосом. У тебя действительно сильный, интересный, своеобразный голос. А вот хотела спросить, а что-нибудь более лиричное в твоем репертуаре есть? Да? Вот я люблю такое что-нибудь задушевное, такое нежное. Скажи, Женя, споешь? Мне казалось, в жизни так просто, и ответы найти на вопросы будет не одной. Так легко. Спасибо. Спасибо. Так трогательно и нежно. Вот так и продолжай. У тебя очень впечатляющий образ. У тебя действительно выбрана такая вот... Ты сегодня вышла, ну действительно, вот просто заворожила. А мне помнится прошлый сезон, когда ты пела со своей подругой, напарницей, да? Тогда на меня такого впечатления не произвел ваш дуэт. Вот сейчас ты меня покорила. Дерзай, я желаю тебе успехов, говорю да. Спасибо. Спасибо, таланты растут. Чао, Катя Прадыч. Веселая у тебя фамилия, Евгения Ромашкина. Хочу пожелать тебе удачи, но единственное, к чему хочу придраться, это к тому, что когда вот микрофон держат именно перед лицом, закрывая все лицо, такое ощущение, что человек поет под фонограмму. Но у меня лично такое. И я так и не увидел твоего лица. Спасибо, что ты показал его после песни. Желаю тебе удачи, пока говорю да, но дальше посмотрим. Ну, Женя ждет все замечания. Пожалуйста, Хаким Шухратович. А у меня такой вопрос к Жене. Чья это песня? Потому что ты первую пела про Джокер кинул на стол. Это чья песня? Я не знаю. Ставленье 5, это три девушки. Я не знаю, группа как называется. Замечательно. Ну, в принципе, вы ответили на мой вопрос. Даже на следующий вопрос, да, вы ответили. Я, наверное, скажу «да». Неужели? Но это «да», знаете, такое «да» с налетом «наверное» может быть. Меня песня ваша не впечатлила. Голос, да, голос неплохой, чем-то похож на тембр Бритни Спирс. Но вот песня сама меня не впечатлила. Образ, ну да, образ. Галстук одели, тоже красиво. Поэтому желаю, чтобы ваше пребывание на «Минуту славы» продлилось как можно дольше. Спасибо. Хаким Шухратович, а о чем бы вы хотели услышать следующую песню, чтобы она впечатлила вас? Вы знаете, я помимо рэпа не люблю еще и русскую попсу. Поэтому предпочитаю слушать то, что я не понимаю на слух. Для меня это лучше сосредоточиться на музыке. Я слушаю в первую очередь музыку, а когда я слушаю текст, не очень умный. Меня начинает это раздражать. Вот и все. Хорошо, мы все учтем. Спасибо большое. Ну что, Женечка, с тремя, да, ты проходишь полуфинал, это твои аплодисменты. Ну что ж, дорогие друзья, я исправляюсь, и наконец-то на сцену может уносить тот самый прекрасный дуэт с прекрасным, нежным номером. Это наш Новоисский горный колледж. Именно здесь учатся самые умные, самые трудолюбивые и, конечно, самые талантливые наши учащиеся, среди которых Комарова Лена и Сайков Михаил. Ну что же, а сейчас пройдем, познакомимся ближе. Это наш актовый зал. Здесь проходит очень много мероприятий, в котором принимают участие и Миша, и Лена. Это очень ответственные, очень талантливые ребята. Так, Лена Комарова, одна из лучших практикантов группы 2ОП. Очень искусно печет пироги, очень хорошо сервирует столы. Ну а на «Минуте славы» я желаю Лене занять обязательно одно из первых мест. Если не первое, то хотя бы одно из первых мест, завоевать какой-то приз, ну и нас потом не забудь. Сын, меня зовут Миша, учусь на Новоинском горном колледже. По профессии электрик. Также я с детства занимаюсь танцем, и поэтому решил попробовать себя в конкурсе «Минута славы». Миша Сайков, учащийся нашего колледжа. Очень приятный, молодой человек. Я думаю, что таких, как Миша Сайков, раз-два я обчелся. Для молодежи вид его деятельности самый распространенный, можно сказать, самый востребованный. И тем не менее, Миша пользуется большим авторитетом среди своих учащихся.
Я думаю, ни один преподаватель ему не сделал замечания по поводу его косички. Потому что он очень элегантен всегда, приятен. И я думаю, все, что он делает, делает правильно. Приветствую Мишу Сайкова. Пора дальше всем участникам. Ну ладно, пошел танцевать. На сцене Михаил Сайков и Елена Комарова. Дуэт «Двое». Встречайте. Насколько она исполнена. Исполнена, конечно, она на четверку. На четверку может быть с небольшим плюсиком. Но за идею твердое
6. Так что я говорю да. То есть 6 дополняет четверку. Спасибо большое. Каким шутрацем, Марина Валерьевна? Я тоже не буду спорить со специалистами, с профессионалами, там, с хореографической точки зрения и так далее, были там помадки или нет, это очень так. Вот чувствовалось, что это что-то родилось внутри, глубоко, и вот пытались показать, это действительно необычно, оригинально, и только за это я говорю, да, да, да. Спасибо большое. Шахтар Шкрабич. Хочу честно признаться, я просто видел этот номер два раза в исполнении Миши, и... В те разы, как бы, шарик долетал до Миши два раза, в этот раз просто ширма была выше, на самом деле. Но, на самом деле, первый раз, когда я увидел этот номер, мне очень понравилось, очень оригинально, поэтому я по своему первому впечатлению говорю «да». Спасибо большое. Шахтар Шукратович, просто в прошлый раз шарик был в виде сердца, а сегодня просто шарик. И тем не менее, вы проходите в полуфинал, и эти аплодисменты вам. Вы получили свой первый. Ну а мы встречаем следующую участницу. Еще одна юная солистка. Привет всем, меня зовут Аня, мне 17 лет, учусь в 7-й школе, в 9-м классе. С детства я люблю заниматься музыкой, в 6 лет я начала петь. Очень давно, у нее очень приятный, красивый голос, и я желаю ей победы в этом замечательном конкурсе. Аня очень талантливая, красивая девушка. Я верю, что она сможет достичь больших успехов в жизни. И я верю, что в этой минуте славы фортуна улыбнется именно ей. Спасибо. О, да. Аня, привет! На сцене Аня Пута. 17 лет. Летай, вы же всегда, все вы там, все пыль,
оценки жюри. Марина Валерьевна, пожалуйста. Вот почему-то как красивый, хороший девичий голос, как и лиричная песня, вот обязательно такая грустная, о чем-то о девичьем, но о грустном, о веселом, о таком вдохновляющем, оптимистичном что-нибудь есть, Анечка? Есть. Веселенько. Под аплодисменты. Анечка, давай. Не переживай. Я видела ночью во сне, когда взрывается мечта, звезду. Я без тебя теперь никак не могу. Ты во мне. Не думай, что я просто так тебе говорю. Спасибо. Это все. Спасибо большое. Теперь я вижу песни действительно задорные девчонки. Анечка, у вас будет очень хорошая конкуренция впереди, вы знаете, да? Евгения Ромашкина, да, уже нас поразила своим голосом, поэтому ваш голос действительно тоже впечатляет, и как-то вот хочется услышать его, но более в таких мажорных, что ли, тонах. Поэтому я говорю «да» и хочу слышать ваш бодрый девичий голос. Спасибо. Спасибо большое. Каким Шахратович, сейчас обязательно будет критика. Я хочу сказать вот что. Я хочу дать, ну, если не совет, но какой-то такой вот. Аня, арбайтен по-стахановски. Арбайтен, работать над голосом, потому что такой голос нельзя губить. Поэтому у вас все есть для того, чтобы стать хорошей, серьезной девицей. И в отличие, может быть, от предыдущих вокалисток, вот Аня наконец показала, как нужно на сцене держаться. Не просто стоять с микрофоном и петь, пусть даже очень хорошо, но изображать, по крайней мере, жизнь на сцене, это очень нужно. Это я увидел, поэтому я говорю «да». Спасибо. Спасибо большое. Ну и Шавкат Шахратович. На самом деле, хороший голос, хорошо двигалась на сцене. Только мне показалось, что у тебя во рту жвачка. Нет. Нету? Нету. Будешь? Нету на самом деле? Нету. Просто так показалось, что моментами, когда ты не поешь, ты жуешь что-то. Ну, может быть, мне просто показалось, может быть, я просто хочу жвачку. Наверное, так оно и есть, Шавкат Шахратович. Но на самом деле есть один маленький минус. У тебя очень хороший голос, но иногда ты слишком, перебарщиваешь, что ли. Вот на припевах у тебя бывает так, что ощущение, что ты начинаешь кричать. Поэтому контролируй свой хороший голос. Удачи тебе. Я говорю «да». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо всем. Ваши аплодисменты. Аня Буда и она проходит полуфинал. А сейчас, уважаемые зрители, я прошу оставаться всех на своих местах. Минута славы у нас полна сюрпризов. И сейчас один из этих сюрпризов. Встречайте! Здравствуйте! Дорогие болельщики, минута славы! Я буду петь самую знаменитую песенку! Fakat ben
показать мои таланты. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на свистом. О-о-о. Я шоколадный заяц, я тайный так легко. Подойдет ли наш шоколадный заяц к нам? Наверное, ждет ваших бурных-бурных аплодисментов! Добрый вечер! Здравствуйте! Вечер добрый! Можно узнать, по крайней мере, откуда к нам молодой человек, где он работает, вообще как ему в голову пришла идея такая? А вы знаете, я не понимаю русский язык, но разговаривать умею. У вас есть сведения на английском или французском языке? Мне переводит. Шавкат Шухратович, я знаю, вы владеете английским. Переведите, пожалуйста, нашему иностранному гостю все то, что сейчас сказал. Хорошо, я спрошу по-английски. Who is Mr. Putin? Я Владис Пилиш. Нет, реально, дайте реально на узбекском или на русском языке. Я буду отвечать. Я родился не в Париже, не в Франции, я родился в Султанабаде. Семья Курт делает Курт, там я родился. У меня все Аллах Курт делает. Про бабушки, дедушки. У мамина мама тоже делает, только мужа нету. Остальные все делают. Ну вот, вроде бы и познакомились. А еще, если я буду пройду на полуфинал, вы увидите, я другой транспортом приду потом. Вот сколько вот ползала, да, больше ползала не видели. Вот этого транспорта. Вот только из-за того, что увидели этот транспорт, я говорю да. Потому что вокал, он, танцы, гимнастика замечательно, но вот клоунаду нам как раз таки, наверное, и не хватает. Это весело, это здорово, я говорю да. Спасибо большое. Это диджей запорол, да просто, я там хотел, диджей запорол. Спасибо большое. Марина Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Давайте диджею дадим шанс и еще раз попробуем увидеть в полуфинале нечто похожее. Я тоже говорю, да, я хочу увидеть, во что же это выльется. Да. И на каком транспорте он прибудет в следующий раз. Спасибо, Шавкат Шухратович. Ой, Бекджон. Слушаю вас. А что вы кроме Курта делаете в семье? I didn't hear, excuse me, Mr. Шавкат Шухратович. Куртан башканы вакласыла вы, да? А! Я вот базар еду, вот поэтому я черный, да, я там курт продаю с пивчиком, там у меня друзья есть, пиво пьет, курт возьмет. Вот такие курт продаю, базар трикшелик, туда ходим, сюда ходим, семья кормим. Спасибо за то, что придумали такой замечательный жанр, действительно, повеселили всю публику. Действительно, нам этого не хватает, я говорю да, и надеюсь увидеться в полуфинале. Конечно, до свидания. Спасибо большое, ваши аплодисменты. На сейчас на сцену выйдут девушки, восточные красавицы, с прекрасными фигурами и с прекрасным восточным танцем. На сцене танцевальная группа «Нафис». Thank you.
Елена, пожалуйста, вам слово. Я под впечатлением даже не столько того, что происходило на сцене, хотя это меня вот завораживало, нежели в зале, то, что происходило в зале. По-моему, весь зал подтанцовывал и подвискивал этим девочкам. А от того, что на сцене, просто хочу сказать, вот она страна моя родная, солнечная Узбекистан, да? Или солнечная пятница, или зайчики, как вас назвать, не знаю. Я говорю, да, девочки, продолжайте. Спасибо большое, Валерина. Танечка Радович, пожалуйста, вам слово. Отлично, весело, здорово, улыбаемся, визжим, как теннисистки. Поэтому все это, наверное, достойно того, чтобы участвовать в полуфинале. Я говорю, да. Спасибо. Шабаш, Радович. Я поддерживаю мнение своих коллег. Я тоже считаю, что такая хореография имеет право на продолжение в полуфинале, поэтому я тоже говорю, да. Но я бы еще хотела сказать... Совсем недавно они приходили просто на репетиции и тоже решили попробовать в «Минуте славы». И я смотрю, у них получилось. Аплодисменты еще раз. Группе «Нафис». Ну а мы приглашаем на сцену следующую группу. Интерино адабаре дориме. Амено, амено, лантире. Лантиремо. Dorime, ameno, o mandare imperami, ameno, dinere. Привет всем! Меня зовут Артём. А меня Эмиль. И вместе мы группа Click Style. Мы образованы совсем недавно. И хотим представить вам первый наш трек под названием «Вступление». У нас почти нет свободного. Так как мы серьезно заняты этой карьерой. Алло, Эмиль, ты где? О, да, все, вот я уже Фархад. Да, давай, я тут живу, тебя зовут Фархада. Давай, давай, я жду. Рэп-группа Big Star. Наш тест, ну это, и ответ на весь наш бит. На сцене в этот миг наш старт зовется всего лишь Big Star. Хоть нас двое, ну по-любому мы герои, наш текст. Ну это не ответ на весь наш бит. И мы на сцене в этот миг наш старт зовется всего лишь Big Star. Хоть нас двое, ну по-любому мы герои. Ветран на дворе, представление о себе. Мысль в голове, планы на уме. Ручка в руках, сделать один взмах. Желание жить на этом свете прожить. Мое сердце у вас, доношу свой рассказ. Всегда нужно стараться, чтоб потом не потеряться. Кровь на руках, я не тот шаг. На голове нет короны, и мы не те бароны. Один прыжок вперед, и остается все позади. Паника в сердце, пиратели всегда впереди. Чтоб должен купаться, так не будет продолжаться. На двери стали мы одни, фортуна светит нам вдали. Уделяя нам внимание, зрители на дверь. Я не пророк, я просто человек. Я правлю этим балом, и я согласен с этим залом, чтобы остаться здесь и править мне не стало. Но это не ответ на весь наш бит. И мы на сцене в этот миг наш стайл зовется всего лишь Big Star. Хоть нас двое, но по-любому мы герои, наш текст. Но это не ответ на весь наш бит. И мы на сцене в этот миг наш стайл зовется всего лишь Big Star. Хоть нас двое, но по-любому мы герои. Эш, на этой сцене ты не парень, я уважаю и ценю. Всегда лишь ты не смотрю, знаешь, что ты здесь. И ты тогда большой. Эй, слышь, пригнись, свою голову вниз. Я пришел, и я пробиваю эти стены. Головой ломаю, либо это все не садит. Я не царь или король, но поверьте, это то достанет за того. У вас 5 минут и славы сезон. На своем стою, уважаю и ценю. Я говорю, этот трек я вам дарю. Музыка улиц, она живет во мне. А время засыпает и не сижу я теперь. Самый настоящий на все, с высока смотрящий. Наш трек номер раз и видите, что будет дальше. На бою управляет миром Максимом Гаджи. Минимум лиры мы здесь, чтоб сорвать и наш текст. Но это не ответ на
и нет назад пути. Самый настоящий, на всех свысока смотрящий. Наш трек кроме раз увидите, что будет дальше. На бою управляет миром Максимом Кальчем, минимум лиром и зверь. Чтоб задать эфиры 2-2-0-9 Big Style, Эш, Проф на этой сцене. Все душой отдали с этой сцены. Вы герои, это я уже поняла. Ну что ж, свою минуту славы вы уже получили. За это вам и спасибо. Но я скажу сегодня нет. Спасибо. Спасибо большое. Хаким Шукрадович, вам слово. Артем мне уже как родной. Я его уже, по-моему, в который раз вижу на этой сцене. Он старается, он молодец. Он дважды, по-моему, пытался пробиться в прошлом сезоне, вот теперь, сейчас пробивается на сцену, вот, знаете, рэп на самом деле, это музыка вот таких вот, как Артем, тех, кто пытается вот действительно лбом пробивать. И вот это вот, честно скажу, вот это был не пафос, вот то, что была команда на прошлом дне, вот да, там он прямо сказал, это был пафос, а вот то, что я сейчас увидел, вот это был не пафос. Ребята реально старались, и ребята реально головой пробили. Вот, Артем, вот за твою старательность, за то, что ты стараешься и пробиваешься, я говорю, да, надеюсь, увидите вас будет красиво. Но рэп я не люблю. Спасибо, мы тоже знаем, Каким Шукрадович. Шамкар Шукрадович. Ну, я считаю, что у группы Big Style ровно столько шансов, сколько и у предыдущей группы, рэп-группы. Поэтому... Мне понравилась одна фраза, она, конечно, очень громкая, но то, что Наваи управляет миром, это, конечно, сильно сказано. Поэтому я скажу, да, Наваи рулит. Спасибо большое. Ну что ж, 2-1, у вас есть еще шансы попасть в полуфинал. Аплодисменты, это была минута славы рэп-группы Big Style. Умением удивлять, а не шокировать, может не каждый похвастаться. Кто-то считает это талантом, а они говорят просто немного фантазии. Всем привет! Меня зовут Анюта. Меня зовут Вера. А вместе мы дуэт Infinity. В свободное от работы и домашних хлопот время мы занимаемся культурной жизнью нашего завода. А еще мы проводим ряд мероприятий по улучшению экологии нашего города. А вот из этого мы делаем конфетку. Thank you.
Сами в таком быте не рискнули, да? Нет, почему? Да, вот они тут мне подсказывают. Они выходили на новогоднем шоу сами, а сегодня решили все-таки подготовить своих моделей. Понятно. Если честно, вот могу сказать честно, меня не впечатлило. Я просто не сторонник высокой моды, вот знаете, из скорости сырья. На самом деле, наверное, если бы это было бы сделано, ну не знаю, из чего-нибудь действительно стоящего, чтобы в этом можно было... Сами, знаете, сами модели, именно как все это сделать, шляпа, вот эти шорты, какая-то вот юбка интересная, само по себе это, конечно, с точки зрения креативности, очень интересно. Но меня смущает сам материал. Это оригинально, не спорю, но... Хотя за идею обычно здесь говорят «да». Я говорю «да» за идею. Спасибо. Это есть минута славы. Представляете, как чисто сейчас в городе Новои? Марина Валерьевна. А я не только за создание, за высокую моду, а за то, чтобы действительно театр высокой моды, вот это шоу у нас росло и полнилось. Я только за то, что люди этим занимаются, творят, и за сам этот процесс уже троекратное «да» готова дать. Я говорю, меня настолько впечатлило и покорило, что просто не нахожу слов. Я влюбуюсь, смотрю и удивляюсь тому, что это делает наша молодежь. Как-то более люди старшего поколения, но принято, они вышивают, вяжут там что-то, да? А здесь делает это молодежь. И так креативно, и так красиво, и так, ну я не знаю, отдается всему этому. Поэтому я говорю «да». Спасибо большое. Миша, Абхаз Ибратович. А я хотел бы предложить дуэту «Инфинити» еще свои идеи дополнительные. Сделать из баклажек, из-под пива и... из карточек Ucell, чтобы хоть где-то эта связь была хорошей.
Хочу сказать, мне не важно, удобно в этом или неудобно, это красиво, это мода. Спасибо вам за эту красивую моду. Да. Спасибо большое, мы приняли во внимание ваши предложения. Остальное все, вот то, что говорите, что им поинтереснее. Они знали, что пройдут, они были уверены, наверное, в этом. И все остальное, вот самое интересное еще впереди. Это была минута славы дуэта «Infinity». И обалденные, замечательные, красивые, симпатичные модели. Ну а сейчас, дорогие друзья, на сцену мы приглашаем любимца публики Ростислав Крушина! Привет, мои веселее! Под волною любви добрые глаза, а я любовь навсегда с тобою. И помни, и помни, смотри, и с тобою прямо в небо уносит близки Женева. И помни, и помни, первую любовь весенней. Всем влюбленным, всем, кто когда-либо любил. Любовь – одним награда, другим жестокий бой. Есть тень осада, и штурмовой прибой. Мою любви во власть десятки тысяч лет. Но все ж любви прекрасней, на свете чувства нет. Любовь не роза, любовь – букет из роз. Как она прекрасна, мне понять не удалось. И сердцу не прикажешь, ведь бывает розы. Пишу мог любить такой совсем, и я не готов. Да, любовь прекрасна, но почему, когда влюбляемся в кого-то, мы понимаем, что мы в веселом анекдоте. Любовь родится позже с душу, тогда прощай, выше в окое. Сейчас сердце как воздух кушу, а нет, она умрет. И столько все полы, без глада с медом, без самоцветов, ночи брат. Она мучение, она свобода, но даже умный с ней дурак.
стихами оставит сердце легкий след. Чьи-то крушить над облаками, влюбленность прыгнет, ослепнет, окатит нас волной морской. И лишь любовь благословит своей божественной рукой. Любовь, сирене, аромат, лето жаркого дыхания обещает роя, чудо ветер колыхание, чудо ветер колыхание. Но веселый посоим, наполняй сердце песней, рядом там возник. В целом свете нет прелести, ты как ранняя весна. Я с тобой счастье глупо, слаще крепкого. Любовь родиться тоже служу, тогда прощай в душе покоя. Ждав сердец, как воздух мужу, а нет, она умрет. Весной месяц полыни, сладость меда, для самоцветов ночи брак. Она мучение, она свобода, но даже умный с ней дурак. Любовь родится может стужен, тогда прощай душе покоя. Жар сердец как воздух нужен, а нет, она умрет. Весной листок полыни, сладость меда, без самоцветов ночь мрак. Она мученье. Еще, уважаемые зрители, сейчас будет зрительское голосование. Вы можете спасти тех участников, которые не прошли. Рушана Бекмуратова, Шалола Саидова. Дуэт «Романтика». Мария Штинова, Евгения Ромашкина. Дуэт «Двое». Анна Буда. Танцевальная группа «Нафис». Сюрприз Айбек Рахматов. Рэп-группа «Big Style». И топ-дуэт со своими моделями. Дуэт «Infinity». Но главная победа. Сейчас самые воспитанные, уважаемые зрители, мы подождем, пока нас покинут самые невоспитанные. И продолжим. Сейчас прозвучат имена полуфиналистов второго дня отборочного тура, а потом мы при помощи вас проведем зрительское голосование. Вы можете решить судьбу еще одного участника первого дня отборочного тура. А сейчас, уважаемые члены жюри, назовите, пожалуйста, еще раз всех полуфиналистов второго дня отборочного тура. Они сейчас, конечно же, прозвучат все эти достойные имена, но прежде чем Аким Шукранович огласит весь список, хотелось бы сказать, во-первых, спасибо всем самым стойким, кто остался сейчас в зале. Спасибо за то, что это действительно собралась порядочная публика, это порядочные зрители. В хорошем смысле этого слова, потому что именно для этого мы с вами и собрались сюда, ценители того прекрасного, что нам на сцене здесь сегодня подают. Ведь посмотрите, как растет уровень самого мероприятия. От минуты к минуте повышается и сама культура. Почему же мы себя так ведем? А к вам я обращаюсь, милые, дорогие, красивые и счастливые, те, кто получили свою минуту славы. Не приглашайте больше на это мероприятие вот таких своих болельщиков. Они вам только мешают. Они не нужны здесь. Пусть приходят все те, кто сейчас в зале, кто искренне, до последней минуты с вами. Спасибо большое. Ну и имена победителей сегодняшнего дня. Второй отборочный день оказался более богатым на, скажем так, прямых полуфиналистов. Могу сказать, что на этот раз мы свою квоту выработали до последнего. Вместо 7-8 человек, которых нам предлагалось выбрать, у нас проходит целых 10. Практически все, друзья мои. Итак, я называю поименно, кто у нас проходит в полуфинал. Камола Бакиева. Аплодисменты. Алексей Хамахтанов. Рушана Бекмуратова. Дуэт «Романтика». Евгения Ромашкина. Дуэт «Двое». Анна Буда. Айбек Рахматов. Дуэт «Инфинити» и танцевальная группа «Нафис». Все, кого назвали, можете вперед, пожалуйста, пройдите вперед. Ваши аплодисменты. Я к ним бы хотела сейчас
быстренько под бурные аплодисменты пригласить полуфиналистов, то есть всех тех, кто прошел в первый день отборочного тура. Итак, пожалуйста, Виа, Рассвет, ваши аплодисменты. Группа, рэп-группа Black and White. Рушания Гарипова. Малика Бекмуратова. Вячеслав Михайлович здесь? Вячеслав Михайлович, аплодисменты. Но как я могла забыть квартет, компромисс или кризис все-таки? Выходите. И Денис Семенов. Вроде бы всех назвали. Дорогие друзья, как я и обещала, так как сегодня день был насыщенным и вместо семерых выбрали все-таки десятерых, тогда давайте еще попробуем спасти не двоих, наверное, одного конкурсанта. И решать это сейчас вам, дорогие зрители. Я бы попросила сейчас выйти сюда, подняться на сцену. Марьям Сайфуллиной нет, но, девочки, вы можете вместо нее подняться. Руслана Урманова, Яна Белоедова и Крулбит. Выйдите, пожалуйста, сюда. Уважаемые зрители, у меня к вам бдительная просьба, пожалуйста. Сейчас хорошенечко подумайте, кого... Нет, выйдите вперед, вам еще рано туда вставать. Рано еще, дорогие мои. И как-нибудь станьте друг от дружки подальше. Итак, я еще раз напоминаю. Руслана Урманова, солистка, юная солистка, напоминаю, песня «Мамонтенок». Группа, дуэт, танцевальный дуэт «Круги». Яна Белоедова и Марьям Сайфуллина, которая сейчас, в данный момент, защищает честь города Новоя, может быть, просто татаро-башкирского ансамбля «Байрам». Вот, сейчас вам, дорогие зрители, решить судьбу четырех участников. Да, извините. Мы бы хотели добавить сюда также, зрители голосования, рэп-группу «Big Style». А, «Big Style», пожалуйста, тоже пройдите. Либо так, один кто-то из них. Итак, пожалуйста, подумайте, за кого вы? Итак, я... нет, стоп. Я называю, а вы голосуете. Но, пожалуйста, всего один раз. Если вы уже подумали, то, пожалуйста, кто за то, чтобы в полуфинал прошла Руслана Урманова? Танцевальный дуэт «Крулбит». Солистка Яна Белоедова. Марьям Сайфуллина, ее команда. И рэп-группа «Big Style». «Крулбит» и «Big Style», выйдите, пожалуйста, вперед. Определитесь, пожалуйста. Крулбит! Big Style! Крулбит! Big Style! Уважаемый жюри! В общем, я думаю, что... Я думаю, что число 19 ничем не хуже, чем число 18. Поэтому, я думаю, 19 полуфиналистов нам каши не испортят. Обе группы проходят в полуфинал. Полуфинал еще проходит две группы. Крулбит и Big Star. Но, тем не менее, ваши аплодисменты Руслане Урмановой, Яне Белоедовой и команде Марьям. Присоединитесь, пожалуйста, ко всем участникам «Минуты славы». Дорогие друзья, я надеюсь, что вот все эти люди, которые сейчас находятся здесь на сцене, во-первых, я при всех хочу сказать им огромное спасибо за то, что они помогли организовать вот такое шоу
такую шоу-программу «Минута славы», и мне кажется, они достойны бурных аплодисментов самых лучших зрителей! И спасибо огромное уважаемым членам жюри! Второй день отборочного тура подошел к концу, но, дорогие зрители, есть еще маленькое объявление. 14 февраля мы всех влюбленных, а также еще не состоявшихся пар, холостых девушек, холостых парней, приглашаем на шоу-программу, посвященную Дню Святого Валентина. В 13.00 состоится программа по пригласительным и по 17.30 мы всех вас ждем на замечательную шоу-программу «День влюбленных», «День Святого Валентина». А пока мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч в полуфинале! Под бликами огня вчера смотрел ты на другие, сегодня показал себя.